чего полицейского знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Блядь, ну нам далеко. По мусору попаду, если в деле в аду. Будет заместный закус, эй, мусор, лови разнос. По мусору попаду, если в деле в аду. Будет заместный закус, эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте ксивы, сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три, это тебе не шутки. Смотри, здесь стая, будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Чё по ним, спусти ручник, кончик. Пусть ты просто полицейский или мусорская мразь. Тебя научат по закону, слышишь, Вась? Ты думал, получил. А шо вы исполняете? Бодикамера ж пишет, ну что ты делаешь? Что ж ты делаешь? Ну создание аварийное же было. Стекло опусти для начала. Не можешь, не опускаешь? Сломалось или что? А ну снимай. Будет замести закон. Эй, мусор, лови разнос. По мусору попаду, если в деле водос. Будет замести закон. Эй, мусор, лови разнос. Спасибо пацанам таким, как Вадик, а то уже достали эти твари. Я просто терпила городской, с мусорами не базарю, не умею жму на камеши. Не вы пока. Вы можете представиться? Да. Представьтесь, пожалуйста. Старший сержант полиции Дымыденко. Смотрите, я Василий Пупкин, вы мне поверите? Давайте сделаем то, что вам... нужно сделать. Давайте, предъявим документы, мы не на камеру. Когда будет 34-я статья Украины переписана, Конституции, вернее, тогда, ну, тогда вы можете мне сказать, не на камеру. Пока мне закон о полиции обязывает вам представиться особе, там даже ни люди, ни никому. Так а вы хоть можете сказать, что я ДНР рушил, чи что? Я вам видео покажу. Где вы создаете аварийную обстановку, понимаете? Демиденко Олександр Олексійович, молодший инспектор, понимаешь? Вот. А вы, я так понимаю, кто? Слідчий. Вы. А вы гражданских возите? Мы следственная оперативная группа, не патрульная полиция. Ну а где у вас написано, что вы следственная оперативная? А вы тоже исследователи? Девушка, я вас, пожалуйста, давайте вы не будете так отвечать, я вам нормальный вопрос задаю. Я вам потом представлюсь, кто я такой. Давайте вы не будете. Маршрутка новая. У вас что, это будет что, маршрутка получается или что? Вы же не в форме. Вы следственная оперативная группа, подождите, вы следственная оперативная группа? Нет, я судмедэксперт. Где это можно увидеть, что вы судмедэксперт? Вот я увидел, что это полицейский. Друзья, вы знаете, что делать? Ставим лайки, подписываемся на, сука, все мои каналы. В Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме. И обязательно поставьте лайкосики, поделитесь видосиками. Друзья, мы в городе Сумы. Погнали!